по религиозному, они стали. Он говорит, за мной 10 парней ходит. Окей, дали гет. 10 парней с ней переспали, никто не ее замуж не взял. Она до сих пор она без мужа ходит. У него уже 6 детей от второго жены. Это глупость. Это глупость. Я должен знать, а брата нет у меня. Только смерть мне может разлучить с женой. Вперед. Что-то вперед. Искать, как выход, как выйти с этого положения. До 49-го экзита нету выхода. Пойти, друзья, где холос. Понял, да, смысл? Дебекут, прилипаться к жене, к мужу, мы должны это дело знать. Это называется третий левел. אין האחד מבטל את השני למענו, ולא הוא מבטל עצמו למען השני, אלא שניהם מתחדים. У нас нету два ноги, четыре ноги, у нас два ноги, два рука, у нас одна голова, у нас одна, нету, нету. Мурдахай, это ты? Нет, это Ривка. Ривка, это ты? Нет, я Мурдахай. Но такое с теми дойти очень трудно. Если я над собой не буду работать, если я над собой не буду работать, такой не будет. Понимаете? Нефеш эхад. Нашама эхад. У нас имеется нефеш. Нашама. Что такое нефеш? Кто знает? Нефеш находится в крови. Когда человек рождается, нефеш находится в крови. Нашама это уже дух, который получаем. Он проходит только 20 лет. 20 лет проходит. Понимаете? Если ты заслужила, мы можем жить с нефишем, ты можешь жить. У нас и нефиш имеется 13 лет. Мужчины, 12 лет девочки проходят, рувах проходит. Второе, у нас имеется нефиш, рувах, нешамба. Значит, рождаюсь я с кровью, нефиш, я могу жить. Корова точно такой же. Ищак точно такой же. Нефиш, они живут, я тоже живу. Когда приходит ко мне, руах проходит, уже начинаются мои мозги работать уже. Ага, я уже понимаю. Если я смог понять и смог жить, 20 лет мне дают, нишама дают, нишама. Нишама дают. Окей. Потом он говорит, нужно жить с женой нефеш эхад. У него один нефеш, у него один яхед. Нишама эхад. Ава эйна рак йоб легишит. Любовь это не только, что чувствую, что я тебя люблю, нет. Любовь это одно тело. Понимаете? Бенишхай пишет, когда ты делаешь мицвот с женой или с мужем, мицва делаешь, он там дает немножко напоследок, как быть. Чтобы почувствовали, что только вы одна нишама, одна нефиш. Понимаете? Если мы говорим, что находится не женат, не могу не иметь права говорить такие вещи. Он там нам дает урок, как бы во время, когда ты мицво делаешь, чтобы была у вас одна нишама, одна циркуляция. Окей? Кому кен ми ала ава шелле бекут. Три его сказали. Четвертый. Самый высокий. Что такое? קיים דבר המדבק בשביל מה? למען מה? ומתוך מה הם דבקים? מה המחנה המשותף שהם מדבקים? אתה לא מדבקים, אתה לא יודע. почему я должен все простить? почему он должен для него все делать? я должен знать, в чем причина. מה המחנה המשותף? какая? מחנה это, ребят? что у них общее, да. עניין עליון הוא המדבק את העניין, את העניין, את מנה סברכו דלי ותקוי ז'ינו, מנה סברכו דלי את התקוי מוז'ו דלי מנה, את הנברכו ז'רשי למנה, פנימה איתי.
עד מברא שאהבה זו אינה אלא ניצוץ של אהבה גדולה מונחת את כל העולמות אהבת השם. או את הגלאוני если я живу по закону Тора, я уважаю свою жену, уважаю своего мужа, я ради него все делаю, я та-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 та, дважды два, четыре, он говорит, это будет любовь к Всевышнему. Самая хорошая любовь. Я живу с женой, живу с мужем, доказать Всевышнему, тебя люблю. Я не люблю жену, я люблю мужу. Я ради Всевышнего все делаю. Это говорит, что ты, это любовь самая высокая. Ага, вот Ашем. Ага, если я люблю Ашема, у меня дом находится Шхина. Шхина это браха васлаха. Это фарнеса. Это многоуважение. Я не могу без жены жить. Я не могу без мужа жить. Алло, алло, космолчица. Текст. Чувак, у нас есть взаимное понимание, и жить ради Всевышнего. Ради Всевышнего. Окей, поэтому он говорит, Мусуфара Цади Иерушалми, ребят, Арилев и Левьян, один рабай был, его ученик приходит, раби, как мне быть женой? Я говорю, скоро женюсь. Дай мне хороший совет, как мне быть женой. Как быть? Он Бухаре Чемегимо? Он Бухаре Чемегимо? На меня? Окей. Мегимой. За это уже жену себя любит. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Он раби говорит, что ты хочешь, сыночек? Он говорит, раби, я иду жениться сейчас, замуж выходить. Как мне быть? Он говорит, что за шина? Какой вопрос мне даже? Я же хочу знать, как мне быть. Раби одним словом говорит. Раби одним словом говорит. Что он говорит? Какой вопрос это? Арейхи кагуфха. Она считает свое тело, называется. Как ты свое тело свое ты уважаешь? Как ты свое тело ты берегешь? Такая должна быть жена твоя, такая должен муж должен быть. Это большая любовь. Вот это называется любовь высшего стадии. У меня нету два тела, один тело. Я сам. Это называется настоящий муж и жена. Вопрос есть, пожалуйста. Окей? Я надеюсь, что после сегодняшнего урока у вас дом будет другие уже. Другие будут отношения, вас... Отношения, да? Отношения будут всегда отдавать другому. Твой муж плохой, не дай Бог. Отдавать. Хай, майляш. Уфти бухоро. Майляш. Твоя жена... Майляш. А если мой муж молчит всегда? Это очень хорошо уже. Хорошо? Это очень отлично. Понимаете? Это нехорошо. А что ты хочешь, ругался с тобой? Чтобы разговаривал, общался. Ну, урок проведи, будет заговорить. Если у тебя подход будет, как говорит, есть два подхода. Первый подход. А, гавза, для пустаку. Ой, вот это гамечная. Агоки. Ой, как приятно с тобой сидеть. Вот тебе чай, вот тебе пестушки, вот тебе сахар, вот тебе кафе. И все. А? Она такие, большое спасибо, ты такие штуки в глазку. Начинается разговор. Даже не говорит, хорошо, не обращай внимания. Оставь так. Но... Уже много лет так, он вообще не любит вообще разговаривать. А тем более хорошо, тадык. Тоже написано. Много женой много не говорит, чувак. Ты можешь дать эти другие номы. Так написано. А если не женатый, например, мальчик? Чё? Мальчики, подростки, не женатые. Мы сейчас говорим о женатых. Мы говорим. Даже знать, если твой муж не говорит, не ищи ковыряться. Нормально живет, пускай не говорит. Хорошо. Главное, тебе дает возможность жить тебе. Главное, тебе он принес кушать. Главное, тебе
дает возможность пойти в микве. Обеспечивает себя. Да. Понимаете, это главное. А что говорить, не касается. Все прощайте, ищите хорошие черты. Когда я ищу хорошие черты, у нас будет очень же хорошо будет. Когда буду искать минусы, он такой, он такой, я уже говорил. Понимаете, и на вкус, выключи. Нажми, да, нажми его.